Здравствуйте, мои дорогие друзья. О чем бы я хотел поговорить с вами сегодня? Учитывая то, что я люблю аналитику, люблю опыты, люблю четкое и ясное понимание любого вопроса, который я совершаю, я знаю абсолютно точно, по крайней мере для себя самого, что без антипаразитарных каких-то действий, да, я не люблю слово программ, этих, как они врачи говорят? Протокол. Протоколов, да, вот Настя у меня знает, чего я не люблю, даже мне не нравится протокол или это самое, но без четких ясных программ антипаразитарных, конечно, прожить долго не получится. Я уверен на 100%, что если бы я не занимался тем, чем я занимаюсь, я бы умер, наверное, лет 15 еще тому назад. И это не... Я не хочу, не дай бог, чтобы вы увидели в этом какую-то пафосность или какой-то... мое желание идеализировать самого себя и то, чем я занимаюсь. В обязательном порядке, да, убивать микропаразитов и не микропаразитов в своем организме необходимо. Иначе они нас просто-напросто съедают. В ближайшее время я уже делал ролик. Продолжительность жизни до возникновения серьезных онкологических заболеваний, а ведь вы прекрасно понимаете, да, начинаются вот эти все действия по опухоли, пункцию, там еще что-то, микропаразитам это не нравится, начинается воспалительный процесс, так далее, все, значит, коготок завяз, птичке хана. Поэтому все это будет идти вот таким вот. Что еще я рекомендую своим зрителям? Я понимаю, что их немного, но они молодцы. Создавайте свои собственные каналы на YouTube. Делитесь своим опытом. Рассказывайте, как вам было тяжело. Рассказывайте о том, чего вы добились. Этим вы будете помогать другим людям и, соответственно, зарабатывать баллы перед верхними силами. Абсолютно не обязательно там говорить, каким образом вы получали знания или упоминать меня. Это ни к чему. Сами становитесь сами блогерами, рассказывайте, несите эту правильную идею. И поверьте мне, вам будет легче заниматься собой, когда вы будете рассказывать людям о своем опыте. Более того, вы будете делать очень много полезного и заслуживающего уважения к вам. Поэтому, занимаясь тяжелой работой самоисцеления и помогая людям получать знания, вы получите огромную пользу в духовном плане. Ну и эта работа, она приятная. Вот это то, о чем я хотел сегодня с вами поговорить.